Привет всем, друзья! Вы на канале Cube.ru. Я Андрей, и сегодня мы снимаем снова на улице, потому что к нам приехала мега-новинка. Мега-новинка от компании Samsung — это Galaxy A30s. Не так давно вышло A30. A30 и A50 стали супер-хитами Samsung, которые в среднем сегменте, там, чуть больше 10 тысяч, до 15 и до 20, выжгли рынок практически, много китайцев убили. И вот сегодня у нас наконец-то в руках их продолжатель A30s, продолжатель конкретно A30. В данном случае телефон обновился, как видим, у нас причем в руке белый цвет, то есть появились дополнительные цвета, у телефонов раньше не было белого. Экран такой же остался, огромный AMOLED, но в данном случае он стал уже HD. Тройная основная камера за не очень много денег, вы получите тройную камеру. Отпечаток в экране, 25 мегапикселей теперь основная камера, процессор немножко обновился. Ну, в общем, сейчас вот быстренько посмотрим, что лежит в комплекте, как выглядит смартфон в белом цвете с новой камерой. И через несколько дней у нас на канале выйдет полный обзор данного смартфона, после чего мы будем сравнивать Galaxy A30s с Galaxy A30, с Galaxy A50, потому что это, сами понимаете, такой симбиоз Galaxy A20 с A30, с A50. Посмотрите, сколько этот смартфон стоит, в каких цветах есть. Пока можете еще сразу посмотреть, сколько же стоит A30 и A50. И если вам что-то срочно нужно, приобрести по ссылкам под видео в магазине Cube.ru с приятными ценами и с 3-летней гарантией. Коробка, на самом деле, такая же, как у прошлых поколений, абсолютно. На чехол я особо не надеюсь, чехла здесь нету. Вот и наш смартфон. Тройная камера, аккумулятор 4000 плюс быстрая зарядка, сканер в экране. Выезжает. Беленький. Симпатично. Но, в принципе, тоже пластик. Сзади здесь пластик. Ничего нового сделано в Индии, если кому это интересно. Не китайский телефон, ребята. Также здесь в комплекте USB Type-C провод, наушники, гарнитура с микрофоном и зарядка. Зарядка на 2 ампера. В принципе, стандартненький такой комплект. Когда мы только начали тестировать A30, предыдущий, там была проблема в том, что смартфон не вытягивал Full HD разрешение и достаточно сильно тормозил. Но здесь, не знаю, с этой ли целью, еще с какой-то, здесь HD разрешение, и смартфон работает быстро, сразу. То есть он включился, сразу все хорошо работает. Здесь, конечно, и процессор сделали помощнее, и экранчик уже поменьше разрешения, но работает все прям нормально. Лежит в руке смартфон, в принципе, как и прошлое поколение A30 и A50, то есть легкий, большой, пластиковый, конечно, но, в принципе, с этим жить можно. А вот то, что чехла нет в комплекте, несколько грустно, то есть, учитывая, что здесь пластик, сразу, если покупаете телефон, сразу покупайте на него чехол, иначе очень быстро убьется. А давайте мы посмотрим сейчас здесь у нас на камеру. Ну, понятно, полноценный тест камеры мы сделаем чуть позже. Но, как минимум, неплохо. Мне сразу очень интересно сейчас было посмотреть, ну, будет интересно посмотреть, здесь камера 25 мегапикселей, как в A50, но при этом это A30s, то есть все-таки здесь количество мегапикселей у A30 увеличили с 16 до 25, или здесь камера от A50, это на самом деле большая разница. Широкоугольная камера, селфи-камера тоже широкоугольная, кстати, интересно. Так. Давайте посмотрим на лоток. В A30, в A50 используется слот под две симки и карту памяти одновременно. То есть в данном случае 32 гигабайта встроенной памяти, это не так много. Но если здесь тоже... Да, здесь тоже полноценный лоток под две симки и карту памяти. За это Samsung спасибо. Спасибо. Проверять, конечно, на влагостойкость A30s мы уже не будем. Мы знаем, что он не защищен от воды. Выеживается. Сто процентов. Отлично. Так, ну теперь пробуем. Блокируем. Блокируем. Работает. Насколько быстро? Ага, не работает. Работает.
Но скорость не рекордная. Но то, что это работает, это уже здорово. Кстати, обратите внимание, какие прикольные обойки. Интересно. Так, ну мне еще интересно. Да, заблокировано полностью дисплей. Смотри, тоже я прикладываю, где отпечаток, и разблокирую. В общем, как видим, пока все работает неплохо и весьма обнадеживающе. Посмотрим, на самом деле, что это все-таки за зверь. Теперь я этот телефон полностью беру на несколько дней, поэтому через несколько дней возвращайтесь на наш канал. Если это еще не сделано, подписывайтесь. Задавайте интересующие вас вопросы по этому смартфону прямо под этим видео, чтобы я эти комментарии прочитал и в полном обзоре на эти все вопросы ответил. Ну и, конечно, ставьте нам лайк, покупайте в магазине kyuk.ru Samsung с трехлетней гарантией или не только Samsung, тоже с трехлетней гарантией. Погуляйте по сайту, ставьте нам лайк. В общем, вернемся к вам через несколько дней. На этом с вами прощаюсь. С вами был Андрей, kyuk.ru и Galaxy A30s. Пока.